Да, у меня есть подвал большой, в котором я все это экспериментирую. У меня маленькие дети, они все участвуют в этом процессе. То есть принести, подать, там, помочь и так далее. То есть я их приучаю к труду. Процесс вот ваш весь, от задумки до производства какой? Ну, первое, ну, естественно, думаешь, как это сделать, из чего это сделать, где купить необходимые эти, как скажем, все, что необходимо для экспоната, ну, и, в принципе, и все. Потом уже собираешь и пробуешь, и работает, красишь, и доводишь до ума. Это ящик Вуда, не надо путать с Вуду. Ящик Вуда – это ученый такой, Вуд, который решил показать своим студентам, что будет, если ветер, напор воздуха пройдет сквозь узкое отверстие. Оказывается, получаются такие завихрения, горизонтальные. Видите, такие красивые кольца, колечки. Часто играете в свои экспонаты? Обязательно, очень. Планы – это сделать, ну, масштабные экспонаты, большие, для большого помещения, для большого музея. А также сделать там аудиторию лекторную, где можно прям проводить как бы лекции, рассказывать. Вот простой экспонат, только осторожно к нему подходить, потому что детям мы объясняем обычно так: ребята, подходите осторожно, потому что один мальчик упал туда, и ему до сих пор там лежит, мы его кормим. Вася! Вот недавно сделали экспонат, один из последних, показывает принцип, как возникают волны. Почему размываются берега, можно посмотреть, и так далее. И просто поиграться. Волны делать уже научились. Следующий экспонат, который мы должны сделать, это научиться делать торнадо. Ну в чем все-таки секрет? А секрет в том, что, ну, все великое, все кажется такое очень сложное, оно сокрыто всегда в самых простых, близких и понятных нам вещах. Вдохновляет меня это видеть счастливых детей и их родителей. Вдохновляет семьи, которые приходят сюда, отцы, которые играются со своими детьми здесь, и просто, что у нашей страны такое великое будущее.